Привет, друзья! Давно не выходил в эфир, именно в видеоформате, да. Кто активно присутствует в Ютубе, тот видел мои посты в ленте, в общем-то, которые, ну, не прекращались. Но, как вы понимаете, в связи с текущей обстановкой, непонятной, совершенно очень сложной, немножко все меняется. В этом году, конечно, были большие планы YouTube как бы активизировать, потому что у меня запланированы, ну, уже и куплено оборудование для съемок материалов в духе, вот как редакция Пивоварова снимала, да, прям целую серию роликов я планировал. И, конечно, я еще надеюсь, что получится что-то сделать и снять их, хотя бы часть из этих роликов. Но ситуация, как вы понимаете, совершенно непонятная сейчас, поэтому вот пока такая пауза и непонимание пока что будет дальше, что делать в этой ситуации. Инстаграм у меня, к сожалению, пока не удалось вернуть. Я его восстановил, но доступа пока не получил, потому что там проблемы с самим Инстаграмом сейчас. И неизвестно, будет ли вообще Инстаграм работать на территории России. В принципе, такой же вопрос и по Ютубу стоит. Вот, будет ли вообще Ютуб доступен у нас в ближайшие месяцы, или с ним будут проблемы. То есть пока вот такая, к сожалению, ситуация. Вот. Да, безусловно, были вопросы ко мне, да, лично, как я отношусь к ситуации. Отношусь я к ней очень плохо. Считаю, что военные действия вообще недопустимы ни в какой форме, тем более в форме какой-то мести и ответа, да. Но так или иначе, я думаю, что это катастрофа, которую разгребать придется и нам, и детям, и внукам. К сожалению, вот то, что сделано, уже сделано, и никто не будет разбираться, какой относились вы позиции лично, были ли вы за или против всей этой вакханалии. Но то, что это на очень долгое время, и то, что групповая память, в общем-то, групповое отношение, оно такое, знаете, оно черно-белое. Никто не разбирается обычно, серых тонов нету, поэтому разгребать нам всем придется все это очень долго и нудно. Вот, больше сильно распространяться не буду и прошу не писать мне фразы про 8 лет, чего-то там делалось, что делалось в суверенном независимом государстве. Это его личное дело, я считаю. Вот. Напали бы на нас, мы бы защищались, но, к сожалению, мы напали. Но так или иначе, как говорится, можно с ума сойти, если просто сидеть, читать новости и ждать чего-то неизбежного. Поэтому у меня есть к вам такое предложение: немножечко активизировать среду, отвлечься. Дело в том, что в Инстаграм я планировал запускать экскурсии онлайн. И это был, ну, был такой тест у меня небольшой в прямом эфире. В общем-то, людям понравилось. Ну, поскольку сейчас эта история непонятная, возможно, я перейду с экскурсиями в онлайн сюда, в YouTube, в принципе. Ничего сложного нет, в прямом эфире проводить можно их. Соответственно, у меня есть вам такое предложение. Я хотел бы завтра провести в прямом эфире по Краснодару экскурсию на тему как раз-таки и городской истории в контексте истории черкесских купцов-меценатов, которые проживали в Екатеринодаре дореволюционном, ну и частично некоторые судьбы советского периода, да, тех адыгов, которые внесли большой вклад тоже в развитие, в общем-то, Краснодара уже. И есть такое предложение: завтра в 15:30 я выйду в прямой эфир и проведу такую экскурсию прямо на улице города. В принципе, оборудование у меня есть. Поговорим, в общем-то, покажу даже некоторые старые фото в процессе. И если вам понравится, просто потом напишите, допустим, что вам понравилось, ну, оставите свои отзывы, я подумаю, как это можно будет более как бы расширить. Я изначально, конечно, хотел делать это в формате продажи закрытой ссылки, ну, как продажи экскурсии, да, как билет такой, да, только закрытую ссылку получаете. Но, на мой взгляд, в текущей ситуации это очень такая сложная штука, поэтому в перспективе я думаю, что все-таки хотелось бы, наверное, перейти к системе донатов, то есть
Вы, в принципе, если вам нравится продукт, вы можете подписываться как спонсор на канал, либо напрямую спонсировать его через ссылки, да, там через телефон, да, по банковской карте, либо там через ссылку для системы донатов. То есть, в принципе, вот такой в свободной форме вы могли бы как бы поддерживать канал и выражать благодарность за те экскурсии, которые я буду здесь проводить, или те материалы, которые я буду публиковать. Ну, в общем, мне кажется, такая справедливая система, когда каждый может помочь развитию так, как он хочет. Да, так. Каждый оценит так, как он посчитает нужным. Поэтому завтра в 15:30 подключайтесь сюда, в прямом эфире. Я еще отдельно анонс сейчас подвешу, чтобы не забыть, да, то есть прямой эфир будет со счетом времени висеть на канале. Вот. Ну и, соответственно, буду ждать вас всех завтра в эфире. Проверим новый тест, посмотрим, что мы можем сделать. Ну, а в целом, сейчас у меня основной канал будет в Telegram. Ссылка есть под этим видео. Там будут все основные публикации, и научные, и личные, какие-то и туристические. А сюда буду я, конечно, публиковать видео, продолжать снимать какие-то интересные сюжеты с интеграцией с Телеграмом. Пока что так. Ну, а дальше посмотрим. Видно будет. Все, рад был всех видеть. Желаю всем мира над головой и спокойствия, насколько это возможно в сегодняшних обстоятельствах. Все, всем пока. До встречи.